Химчане Родион и Ольга Яковлевы с начала СВО активно включились в волонтерскую деятельность. Ежедневно они участвуют в сборе помощи для бойцов на передовой. Дома изготавливают окопные свечи. За волонтерскую деятельность семейную пару наградили благодарственными письмами от администрации округа. Естественно, мы стараемся таких людей видеть вниманием, вот, потому что они к себе притягивают, первое, своим делом, второе, это люди с большим сердцем. И побольше, конечно, таких людей у нас очень много в Химках. Вот. Дело доброе, и эта работа будет продолжаться. Ольга Михайловна – художник и автор стихотворений. Преподает в университете вместе с супругом. И наряду с работой занимается гуманитарной деятельностью. Доставляет с мужем на передовую все – от трогательных писем детей до амуниции. Мы занимаемся именно не просто сбором какой-то гуманитарной помощи, а именно адресным сбором. Что это такое? Есть подшефные наши и среди мирного населения и среди военнослужащих, и у каждого из них есть свои определенные запросы. Родион Владимирович – инженер, кандидат технических наук, тоже преподаватель университета. Он не только участвует в сборе гуманитарной помощи, но и разрабатывает оборудование для бойцов. Например, сейчас работает над защитой от дронов «Камикадзе». К разработке присоединились и студенты университета. К нам пришел запрос, значит, разработать антидроновую глушилку, да, именно широкого действия и индивидуального характера. Что это значит? Идея такая: должен быть индивидуальный бронежилет, но только от дрона. Индивидуальная защита должна быть. Должна быть маломощная, малозаметная, соответственно. Семья Яковлевых – пример для многих, а потому сегодня они в числе награжденных. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.